Так, все, готовы. Смотрите, ребят, как затопило здесь. Помните, здесь же маленькая такая, маленький был рычок. Ну, какая-то нездоровая улыбка. Подождем. Еще кто-то придет, пока мы первые, да? Лазь зубы чистить. Ну, а потому что у меня пальцы очень маленькие. Ксюня вернулась со школы уже. Как отучилась? Нормально. Нормально? Что ты принесла? Все мои сумки. Я это тоже в школе сделала. А, что, не докрасила? Да, потому что я два раза уже забыла эту черную ручку. А-а-а. Да, я посмотрела. Это было первое, что должна была сделать. Угу. Так, бутер. А это зубное. Угу. Куда мы идем? Мы идем в Испанию. Испания? Понятно. Кто-нибудь с твоего класса поедет куда-нибудь в этом году? Куда? Да, почти все. Куда? В Австралию. А. Ну, здесь рядышком Италия, да, там да, Франция. Да, мне кажется, тебе нужно маечку под льдуков-то, чтобы ты на всякий случай, если тебе будет жарко, сняла и там майки была. Угу. А какой фильм будете смотреть? Бимэкс. Это вот этот вот пухленький белый монстрик. Не, не монстрик, а такой как будто... Мультик, что ли? Я тебе покажу. Смотрите, ребят, как затопило здесь. Помните, здесь же маленькая такая, маленький был рычок. А теперь вон сколько воды. Девчонки вон тоже смотрят. А я смотрю, так думаю, что соседи там фотографируют. Смотрят, а тут оказывается, вон что. Так, конечно, дожди такие поливают. Затопило. Хоть купайся. Что делаешь? Смотри. А откуда у тебя такая белоснежная улыбка? Мам, ты снова начинаешь. Мама! Так что вот так вот развлекаемся. Видите, она не улыбается вообще, а здесь улыбается. Как так? Видите? Опа! Тебе идет. Ну, какая-то нездоровая улыбка. Ксюша занимается. Ты вспоминаешь уроки? Занимаешься? Потому что завтра приедет опять учитель. Ну, он наш получается. У нашего папы есть сестра двоюродная, а это ее муж. Вот он к нам приезжает и уроки преподает, потому что он музыкант. Играет на разных инструментах. Плохо, но, потому что у меня пальцы очень маленькие. Может, мне надо вот так вот сидеть, да, и не смотреть. А может, тебе нужно другую гитару купить? Мне пальцы очень маленькие. Может, их растянуть тебе? Ну, попробуй одним пальчиком. Ну что, ребят, дождик не успокаивается, поливает. Как из ведра. Поэтому я пойду провожать Маргариту. Маргарита, что, собираемся? Потому что она там снесет пакеты. И нужно помочь ей с зонтиком и все, чтобы не намокнуть. Смотрите, вот она берет вот этот пакет. И вот этот вот мат и рюкзак. Вот. И у нас один маленький зонтик. Я ей говорю, давай возьмем пляжный зонт большой. Она не хочет. Ну а чё? Ты будешь держать зонтик, а я буду нести пакеты. Ветра нет, не снесет. Да ладно, шучу. Ну ладно, как-нибудь пойдем. Я сейчас возьму куртку папину, которая не промокает. Так, все, готовы? Я не сидя в телефоне, я смотри за Максом. Да, за Максом Карлиной смотри. Все, Маргариту отвела в школу. Сейчас подождем. Еще кто-то придет, пока мы первые, да? Вот. И дождик идет еще. Ну что, ребят, я пришла, проводила Маргариту. Столько там детей пришли. Я так понимаю, что там 5-6 классы, да? Ксюша, 5-6 классы только могут ночевать. И они это, скорее всего, делают каждый год перед летними каникулами. Вот. Вместе со своими учителями. Там какой-то вроде как концерт будет, что-то кто-то там танцевать будет. В общем, не знаю. Вот, поэтому Ксюшка будет на следующий год, я так думаю, там ночевать, да? Хотела бы? Чего? Интересно же, я бы хотела. Если бы у нас такое было, я бы согласилась. У нас не было такого. Я бы согласилась, прикольно же с одноклассниками. Вот. Так что ждем Маргариту завтра. Дождик закончился. Так, мы ужинаем. И спатеньки. Бонечка, твоя еда на месте. Угу.
Приятного аппетита. Мама. Уже 9 часов, между прочим, что-то у нас такой поздняя еда у нас. А. Можно собаку там на своем... Все. Что там? Ксюня, ты потренировалась уже? На субботу перенесли, завтра он не приедет. Потому что как папа же работает, как он его привезет? Куда ты? О, вылазь оттуда. Ну-ка, быстро вылазь. Вылазь, зубы чистить. Вылазь, говорю. Все, давайте, хватит баловаться, девочки. Калинечка, давай, тебе завтра рано вставать. Почему? Потому что завтра в садик идешь, последний день. Ну вот так вот. Ну, в чем ты испачкала футболку? Какой кошмар. Это Макс. Все у тебя Макс. Вот, чего бы я ни спросила, все Макс. Да. Это у нас принцесса. Это паста. Зубная? Да. Угу. Так нужно ее на зубы, а не у него на волосах даже паста. Давайте зубки чистим, кто первый, тот молодец. Что ты опять играешь? Что за игра? Роблокс? Да, там надо это проходить оттуда вниз до наверх. Если ты упадешь, ты туда заново должна. Ну давай спать. Еще спала, надо заново. Сегодня Ксюша отвечает у нас за Бонни. Она ее сейчас накормила. Пойдет гулять, да? Бонни, гулять пойдем? Бонни, гулять! Бонни. Гулять! Бонни, гулять! Ко мне. Гулять! Идем гулять! Ты будешь с ней спать здесь? Мама тут спит. А потом она все равно уходит. Угу. Тут потом она приходит, потом уходит. Она вон там любит спать на пингвинчике. Это ее место любимое. Она туда ляжет. Ну там уже не очень. Больше на пингвинчике. Да, больше на пингвинчике она спит. Шапку сними. Давай зубы чисть. Интересно, чем Маргарита сейчас занимается? Наверное, фильм смотрит. Бонечка, ты поела. Все съела. Молодец. Она что, все съела? Да. Вот это можно просто, мне кажется, водой залить, чтобы наклейка отклеилась, и все. Так, все, давайте. Бонь, ты гулять? Где твой поводок? Маргоша, где-то здесь поводок был. Бонь, давай. Иди. Иди, Бонь. Все, не надо больше открывать. Куда она там пошла? Только не выходи, я тут раздетый. Тихо. Мама. Я пойду. Куда ты пойдешь? Там посмотри, мокро все. Ай. Дождь капает? Нет, это там внизу. А. Все, в кровать ушли. Бонь, ты тоже спать. Кроватку. Быстро. Место. Она еще кушать пойдет. Голодная, что ли, такая? Пока. Эй! Все, спокойной ночи. Хорошо, да уходит от меня. Ну, ходи. Так, все, я свет выключаю. Пока! Пока. Ой, Маргарите, надо выключить свет. Зря горит. Все, Ксюнечек, пока. Я пошла укладывать, ты тоже ложись. Тебе во сколько? Как обычно? Блин, должен два раза отвесить. Все, ребят, всем пока. Спокойной ночи.